110 килограмм от Батраза. Вот он на 180. Так, диаметр. Это шестигранник. Вот по плоскости шестерка. Это шестигранник. Точно такой же у меня уже в пацах Iron Mind карбура. Попробуем. А, еще это нержавейка есть. Вон, я уже буду сейчас свойства показывать. Ну, я думаю, хорош. Все померяем. Ладно, разматывать ничего не буду, короче. Показываю все, как всегда, без всякой фигни. 10 килограмм. Все замерим на этом. На градуснике. Все отлично. 110 нержавейка от Noble Force. Батраса Тибилова. Видно, да, что все грамотно вроде. В общем, сорокет есть. 110 килограмм. Еще попробую. А, ну то, что это нержавейка. Магнитик, ничего не магнитится. Железка. Еще хочу попробовать. Тоже от Батраза. 70 килограмм. Не буду его замерять, короче. Также 180 на 6. Ну, попробую для начала. Просто посмотрим, как оно вообще будет. Как оно будет происходить. Здесь в прихватках все простенько, конечно.